Ладно, короче, всем приветики. Мы приехали уже в Поланд. Вот мамочка моя стоит, тут моя любимая. Не знаю, что мы будем делать. Короче, приветики, мы заселились, мы пошли в комнату, короче, пришли, вот наша квартирка. Мы зашли в туалет и заиграла музыка, это было очень странно, да, мам? Квартирка очень классная, похожа на такой, типа, стиль Икеи. Вон, Никита уже тусует тут. Блин, тут так круто, тут даже есть барабан, а, или это свет. Не поняла, что это такое. Вот офигенный вид, серьезно, посмотрите, блин, это очень круто. Вот эта штука, я не думаю, что это такое. Наверное, лампа или что это? Опа, это супер свет. Блин, в этом месте можно снимать классные влоги. Или классные видосы какие-нибудь. О, тут, блин, еще и балкончик есть, господи. Посмотрите, как тут круто. Я веду видеорепортаж квартиры. Хочу сказать, что я бы стала жить в этом туалете. Посмотрите на этот туалет, можно мыться и слушать радио. Вот. Можете оказаться на Канарах. Можешь. Я стою жить. Мам, скажи привет моим подписчикам, передай привет. Привет всем. Никита, скажи на камеру пару слов. Никита не хочет ничего говорить. Все изменилось. Мы приехали. Я ем фрутоняню. И мы переехали в другой номер, потому что этот номер мне нравится меньше, потому что он выполнен в каком-то японском китайском стиле. Можно на этом фоне сфоткаться, типа китайот. Ёлочки, ряд. Короче, та квартира была лучше, там музыка была в туалете, здесь ничего нету. Всем приветики. Мы сейчас гуляем по Гданьску. Делать нечего, смотрим просто. Стоп, не ударься. Смотрим на всю красоту вот эту. Я не могу смотреть в камеру, поэтому смотрю на себя. Там елочка стоит красивая. У меня еще отмерзнут руки просто жестоко. Я еще умру, но я сниму, потому что это красиво. Всем, короче, рассказываю историю. У меня влог, наверное, начинается с того, что у меня какие-то одни разочарования. Сначала нам дали офигенную квартиру, потом она поменялась на плохую. Вот бассейн, йоу, будем сейчас купаться здесь. Поехали мы на лыжах кататься, снега не было. Сейчас поехали в аквапарк, который у меня был уже 100 раз, который меня уже достал. Но это не важно, потому что нужно наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ну, короче, мы пошли купаться. Сняла влог, видимо, с половины действий, в аквапарке ничего не делала, не снимала. В общем, закончился наш двухдневный отдых. Сейчас поедем домой уже. Не знаю, что за влог получился, наверное, какая-то фигнюшка. Надеюсь, что вам понравилось. Так что, не забывайте лайки, там, типа, подписка. Всех очень люблю, пока,